Футболисты клуба «Иркутск» досрочно выиграли чемпионат Сибири и Дальнего Востока. Это случилось после виктории в матче против бийского «Строителя» со счетом 3-2. Для победы в турнире «Зеленым» было достаточно сыграть в ничью, но уже в первом тайме на табло горели 2-0 в пользу команды Александра Штыня. Оба раза отличился нападающий Эдуард Богданов. Хозяева не сдавались и уже во второй половине встречи сравняли счет. Ничейный результат устраивал иркутян, но от победы никто не отказывался. И на 83-й минуте Аркадий Бондаренко установил окончательный счет 3-2. ФК «Иркутск» – чемпион Сибири и Дальнего Востока. Уже в этом статусе наша команда обыграла аутсайдера турнирной таблицы «Алтай» из Барнаула.